Помню. Час 15. Он призом пишет, могу отдать, если прям нужен. Да я прям заберу, если отдашь. Но ГП не надо, да? Да я и ГП заберу, чё, блядь. Не, ну так вообще покажите, скажи, токен отдавай, а ГП себе оставляй. Ну чё, всё честно, чтоб было. Ну да. У холидринка сижу. Спасибо большое. Меч тоже? Там это, будет, перекинь ГП тогда с призом. Хорошо. Получается, пойдешь шипешником, я понял. Да сука, что с кнопками-то, ебать? Ну типа да, я могу теперь на лану на шип зайти, если надо будет. Я один, там уже ничего не сделаю. Я не знаю, у меня не нажимается кнопка, сука. Накинуть ГП, блядь. А, погоди-ка, у меня макрос есть. Сейчас я тебе въебу, блядь, ГП, блядь. Опа, смотри, сотку нахуй. Духа поймал. Биг Дэм, что за хуйня, блядь? Что так, блядь, еще духа поймал? Пиздец, Биг Дэм. Там только не перетык и лишнего. Ёбаный покос, три духа словил, сука. Нихуя, четвертого, смотри. Ебать, АФКшит, смотри. Просто еще сотку сверху. 10 раз не хватит. 5 раз тыкнул вроде, не проебался. Биг Дэм, нихуя, блядь. Слакер, нахуй. Слушай, Вадикон, у тебя чарки стоят вот эти вот, одна звездный огонь, да, а вторая... луч. Ну, совинные обе. Звездопад, ну я понял. Не, знаешь, что кажется? Мне кажется, блядь, вот эта, которая 320 урона, по-моему, как она будет как сильнее одной из этих двух чарок. Да, мне кажется, она такая же, как луч будет, 1.5-2%. Я бы лучше крит какой-нибудь вот. Вадикон, нет, луч, это как вот 320 дают... В среднем буквально чуть-чуть больше, чем луч. У меня на поясе 320, а на ногах луч. Нет, они там плюс-минус это одинаково, но 320 чуть-чуть больше. Там буквально на 1000-2 в среднем. Так, ну сейчас я выключил, допустим, цифры. Так, сейчас я FPS включу. Слушай, не знаю, сейчас до босса дойдем, посмотрим. Хотя бы на собаке сейчас будет видно. ДПС там скринили, кстати, а то я удалил. Ну, уже. Смотри, я трэш не бил в этот раз. Я дал почти на 3к больше ДПС. Так и нахуй даже тебе этот трэш, бил. Блядь. Пускай его разгоняют, те вон АДКшники бьют, блядь. Холопы. Ирарники. Да, всякие. Ха. Кому удобно, я хуй знает. Так он, видишь, как вопрос стоит, если бы он шотал, нахуй, мы бы по-другому играли. Он не шотает. Ну, 15 кадров хотя бы нормально. Лошадка рабочая. Угу. God of War начал играть, пацаны, блядь. Я не выдержал, блядь. В смысле, я тот раз проходил, но как я проходил, там, блядь, смех и грех, блядь. А, ты по новой, что ли, начал? Да, ну... Может это ДПС с сурка кинуть? Да, скиньте нахуй, пока не удалили, блядь, все. А я думал, ты скинул, блядь. У меня все ушел, у меня уже там, блядь, у меня цифры тоже 18 тысяч. У меня только на видосе будет. Не, он у меня есть, но там цифры, ну, все упали на 4к. Ну, они падают всегда, ну, вот, когда немножко вот заканчивается. У меня 375 финальная была цифра. Не-не, у меня он будет падать до конца инста, но потом с 16 вообще дропится. Не знаю, с чем это связано, вот это ЛС такая хуйня. Это две собаки, не сагрите, уводи сюда собаку, уводи. Слушай, ну, ПСик на собаке нормальный, на. Не 8. Вот десятка, блин. Да, наверное, лучше без цифр. Еще бы рекламу. Я просто смотрел, у тебя прям аддонов дохуя всяких разных. 380 ты вообще же был, да? Эй, hello. Чё? Ну, вообще, сколько ДПС был? 375. Ну, это когда закончился бой. Пару секунд еще прошло, типа.
А что-то рейдов особо не растет, он да, по-моему. Как был 375, так и есть. Ну, блядь. А как он вырастет тебе, блядь? Я скинул ДПС. Я не сразу по 10 же печенек не падает. Да, по 2 бы хотя бы падал. Вот сейчас ты в следующий раз на косарь уже больше дашь, уже печеньку забрал, блин. Ну, уже, она блин. Не даст косарь, конечно. Это я утрирую, блин. Смотри, бля, я жуков как разъебываю. Да? Ах ты, сука, тварь, блядь, спали стаки. И похуй. Как был FPS хуйня, так и остался. 8 FPS не мешают исполнять тактику. Если меньше, то уже пиздец, конечно. Может это вуду нахуй, но без вуду я не знаю, что делать. Может рекаунт нахуй надо закрыть. В рекаунте. В рекаунте смотришь, кто какую хуйню, кто ебланит, да. Может это что Pentium 4? Нет. Я не знаю, ну, мне кажется, причин дохуя есть, пошли тухло. Тапки анрол нахуй. Шутка. Тапки же ТТГшные все мирут сейчас. Тапки только бичи. Отсюда только бичи будут брать. А, бое в мобе. Бое в мобе, ебать. Два кольца. Ка. Где, блядь? Да там, там, начать. Наебываешь по-любому, да? Нет? Так, какое-то зеленое говно. Похуй забираем. Блидринг. Вот тебе работа. Тут нету нихуя. Сука. Тоже нету. Тоже нету. Сука, наебывай. Наебывают. Если бы уже открыли, оно этот рейдролл показал бы. А я ставлю это ответственно. Ой, бля. Короче, на связи начнешь. Его надо сумонить. Ставьте шкаф тогда. Надо будет его не проймать, когда 3 стака вдохнет босс. Там имейте в виду, с ренжом не ебланьте, то есть стойте отметок от этих подальше. Давай бидон, допустим, что у нас. Челиш звезде. Хэпалы, вы под сну сами найдете место себе? Да. Геншин, я думаю, тоже сам найдет. И вот же тогда в кружке были ж. Вот ваши метки. Вы там в них стоите. И туда в эти же метки сносятся споры. Это. Рейндж максимальный набираем. От этих меток РДДшники. То есть, ну допустим, третья группа слева РДДшников, четвертая справа. Остальные там по остаточному принципу. Мелики одним компом. Так. Так, рыбу надо вам, да? Суманулся на связи? А что это за слизень стоит? Не знаю, убить его надо. Что-то не убивается. На связи ты где? Это бидон. Это бидон, а? Или... Он раньше был квадратиком, теперь стал слизью. Пиздец, ебать. Желехой. Ну ты даешь, ебать, нахуй на транс. Может бидон это ГМ, нахуй? Может поэтому мы убиваем леди с первого трая? Откручивай что-то, да? Ну что-то, ну, блядь. Походу духов тормозит. Не подпускайте его к рыбе, нахуй, это же слизь. Пусть на леди тогда... На Ланателе подкрутит. В натуре. Блядь, что-то на связи, короче, потерялся. Получается, не на связи уже? Уже да. Ты в хиле хочешь? А кого спекнуть? Кто хочет в ДД спекнуться? Кто есть у кого ДД? Я хуй знает.
Там, по-моему, нет у них ДД. Я могу в фулл ДЦ шмоте. В 2Т4 ШП похуярить. Ну, спекнись... Я могу в ретро экипировать. Спекнись так, блять. Ну, типа, ДПСа должно хватить без твоего ДПСа. Только надо на связи сумануть. На ФК. Призыв начат, идите ответ. Так он АФК, просто он хуй пеймит. Так, ты после того слова на замену надо отойти. Предупреждал в начале рейда. Я понял. На 15 минут отойти надо будет. Понял. Вешать КД нет или... Мне это хуёво, конечно. Там же дохуя кто на замену есть. Равис, ты тут? Да, меня как раз чуть-чуть подразлагало. Давай вместо на связи тебя возьмем. Он в инсте? По-моему, давай кикну. Так, и чё тогда? Кто потанчит? Я, что ли? Могу я спекнуть. Да давай ты тогда. С Лингреном только нете. Сумонти Рависта. Тут через минуту должен вылететь. Ну да, эти потеряют, как он называется. Хасту 4%. Цепкие когти. Ну хурюк так-то дохуище дает. Пускай, говорит, работает. Талант есть. Вон у Призана талант есть. Понимаю. Талантливый. Пришел тебе сумон, Рвист? На связи БКшного банка мне должен теперь. О, Рвист здесь. Да вы угораете. Чё, давай, проверка. Первый пускай Линдрен начинает. Смотри, там на серьезность будут кричи. Кого там на пол? На Линдрена. Биг Дэм тут? Сейчас я заберу с банку. Так, даю отчёт. 5, 4, 3, 2. Я спать хочу. 1. Мы тут Геру сразу даем или как? Я забыл. Давай, давай, еще. Давай, похуй. Пельмень. Что, споры были, значит, я проебланил. Да, они вынесли. И все в мире снесли. Вот. Я в ахуе. А на кого я метки ставил, блядь, бичи, сука, в этот кружок, в трибу, в звезду спор. Нурио, заебись в хиле, да? С этой сблевотой. Споры. Три метки, сука, разносим. А выживу я, нет, интересно. Пельмень. Педжер сдох. Да давно уже. Реса его... Блять, как 5. Реса его Равист. Пускай побьет. То чилит лежит. Сейчас проплюешься и съесть жрецы. Лингрена больше хилим, чтобы ревностную. На споры сбегаемся. В кружке споры нет у нее. Сука, в кружку спору. Сука, алло, блядь. Я ж с одной спорой сдохну, нахуй. Вардадеп, пельмень. А две нахуя вы принесли? Блядь, вы вообще невменяемые какие-то, нахуй. Пиздец, блядь.
Вставай, Геншин, быстрее. Эмма. Прожимки готовим. Не надо было. Надо было после этой хуйни, сука. Долбоёб. Я. Забирай. Короче, не, не забирай. Ложитесь, стопайте хил. Во-первых, ловите пельмени все. Бидон. Эдельнурио. Нахуя вы спекаетесь в хила, если вы ловите пельмени? Вставайте. Во-вторых, на дружке этот диван. Поставил споры, куда сносить. Вы, блядь, я не знаю, как обозвать вас, ну, чтобы хуёво не было, и чтобы, блядь, как-то дошло. Я знаю это слово, бичи. Это, блядь, хуже, нахуй. Так, рисую. Блядь, где там Локи? Хоть бы, блядь, не... Где мистери? А я вот встал. А нахуй вы встаете, сука? Ну если тут диван дают. Ну вы суманули сейчас уже пол рейда. Да. Ну бегите тогда хули нахуй. Блять, я не знал, что вам в этой в гере надо, блять, сусолить за ручку вас водить, нахуй. Вы что, тупые, блять? Спора, сука, одна в звезду, одна в кружок, нахуй, одна под боссом. В чем ебаная проблема? Побежал челик, шипешник, сука, в кружок из-под босса, нахуй. И второй долбоеб под боссом, который стоял, побежал за ним, нахуй. Мне интересно, кто это был, блядь. Раза ты ГП давал. Да код был. Чё вы хуйню делаете какую-то, залупу? Нахуя? Это специально делают, потому что ты сначала сказал рейда, что ты уже там не выспанный, там, засыпаешь. Это тебе разминка такая. Да, конечно, блядь. Помимо моего времени, я так, ну, на всякий случай напомню, есть еще время 25 людей, которые тут сидят. Еще вон на замене, нахуй, человек 40, нахуй. Воры, воры. Время, так что задумайтесь, блядь. Либо играйте нормально, нахуй, либо за Сибирь, блядь, пойдете. Как раз там призыв идет. Там пиздец, там джайна Дим... убивают, нахуй. Не убивают. Посохи будете фармить, нахуй, по два в неделю. За блядь. Час, да? Джайну за час убивают. Блядь, ребята, ну самим нихуёво с такого говна, блядь. Еще раз напоминаю, ой, блядь. Если на танке спора, он стоит под боссом. Если на двух миликах спора, один РДДшник в звезду или в кружок, второй билик выходит, нахуй. Вдвоем не бегайте, блядь. Ну, споры должны в трех точках быть, что непонятно. Не ДПСить, наверное, по никам вас, сука, называть, как, кто в какую метку должен встать, блядь. Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Спора, блять. Геншин, Акиса, Седжу. Вот, один под боссом. И все вижу нормально. Пельмень. Пельмень. Ловите пельмень, вхуярю сотку сразу. Пельмень. Споры. Спирит, история, мистери. Думаем. Звезде есть, в кружке есть, все нормально. Пельмень. Пельмень.
споры. Кружок не вижу. В кружке споры нету, сука. Летит туда еще эта хуйня. Пельмень летит, отойди, спора к нам. Сука. Ну к нам, нахуй, ну куда ты подбожил? Да, он, блядь, бежишь. Ну кто это был, блядь? Пиздец, блядь. И в итоге я с двумя стаками. Ебланы, блядь. Короче, наедка гнили. Все сейвы отдаем. И на хп Эльнурио читаешь. Отдали сейвы. На Эльнурио быстрее на хп. Вив с пельменем, блядь. Забрал, ля. Три хила блюют. Читай на хп Песа. А, все уже не надо. Ну похуй, читай, поебать. Хилы с пельменем, блядь. Пельмень, Лех. Уже не сносите, уже добьем. Треть босса осталось. Пельмень. 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 Кстати говоря, кто мне говорил, Султан, что ли, вот эту хуйню, ОД я прописал в файле, перестала появляться табличка вот эта ебаная, ОД типа. Типа, да, эти... типа каждый раз, когда ты отменял? Да. Эсколок. Бля, очень удобно, что нам на сервер установили голосовые ДБМ, ебать, пиздато. Очень удобно. Про пельмени туда. Прикольно. Праздничное очарование есть, кому надо? Спыл сразу. О, Геншин, тебе точно надо? Да. Сапоги, кстати, выпали, прикиньте. Ну, который ты говорил, да? Сейчас поделитесь. Блять, что за хуйня, бой там или чё, блять? Посмотрим. Челики грит нажимают. Нихуя. А грит это что? Распылить? Так, мне вот надо подумать. Вот бидон. Тканевые сапоги. Там же есть какие другие какие-то, да? Откуда сапоги есть? ТТГ? ТТГ вроде 271-е, кичужные, с черкой. Просто, ну, вон Бен Стиллер сотку жмет и бидон сотку. Ну, тканевые тоже в ТТГ так-то. Угу. Отдать Бен Стиллеру? То ты все-таки кольчугу носишь. Бен Стиллер ГЦ получается. Осколок. Ну, понятно, осколок, у меня что-то начисления нету. Все забрал. Генш, я что-то не могу вкурить. А как что? Так?
Сатурнали, он уже у тебя связан, да? Да, да. А чё он у тебя не показывает рейдинг? Это баг какой-то, блядь. Баг, наверное. Потому что я показываюсь. Ну, я сейчас я Геншином показываюсь, раз я этим персом в рейде. Вот так вот сработает. Так, тут надо расставить метки, блядь. Челёв, поводишь? Давай попробуем. Пока метки пойду достать. Ну и зачем тебе в холике было играть, Эльдурио? А куда Шектор делся, нахуй? Я тут, в четвертой пати. Хуйню какую-то делаешь? Спрятался. Давай обратно в шипы, блять. Хуйня это все. Так. Звезда, значит. Звезде будут. Звезданутые. Так, Войт и Девакин. Частицу Шектор на Девакина. Поставьте Дживса, пожалуйста. В кружке будут. Спасибо. Значит, Вадикон и Песа. Допустим. В ромбике будут Равист и Эльнурио. А в треугольнике будут... Кто там остается-то, блядь? Ну, два лока, нахуй. Два лока здесь будете. Я также в мели, как в прошлый раз. Бен Стиллер. Да, в мели. Если кто-то сдохнет, блинкуешься, наверное. Окей, окей. Вот, ну и кто с вас вводит слизня? Хульдрин? Ленгера. Лингрен. Вот он водит слизня. Знаешь, да, как я водил? Так же примерно делаешь. Если слизни на РДДшника стоят, не старайся их забрать. Растянуть удовольствием. И это. Значит, частицу Шектор на Давакина, а Вив сдавай частицу на... Ну, давай на Мистере. И оба лока, когда в вас блюет босс, кастуем похищение жизни. Бидон. Ладно, ты Т10. На Хулидринка, на танка босса поставишь щит. Хоть какой-то отхил шел. Ну, самое просто. Все остальные, вот кроме этих людей. Так, кто там, наверное, сейчас их, блять. Поставить ТТ очищение, короче. Сейчас сервисты еще сюда заброшу вместо призванного. Вот так, оп. Так, вроде и два кина сюда вместо кисы. Оп. Так, как-нибудь. Тогда пускай диспелит две пати миликов. Тотем очищения поставите. А вот третью и четвертую пати диспелим. Кто там будет? Ну, Геншин, ты диспель тогда. Или Бидон, кто там диспелил тут раз? Давай, Бидон, ты. Бидон. Но он меньше всего хилит, пускай диспелит. Да, давай, Бидон, это самое. Все остальные, вот кроме тех, кто на рейнже стоят, да, вот третья и четвертая стоит, кроме Бен Стиллера. Кто-то у нас тут. Что у нас, блядь, сколько человек? 9, что ли? А, ностальгия, вот тут код. Кроме этого, блядь. Сука, я уже засыпаю, нахуй. Кроме ностальгии и... Могу понять. И Бен Стиллера, да. Вот. И все остальные, получается, люди, все стоят за спиной босса. Так, где мы там квадратик ставили с вами? Так. Сейчас я... Ставлю. Это значит, когда босса бьете, вы в крестике стоите. Когда происходит взрыв, вы перебегаете вход в квадратик вместе с боссом. Там проблевываетесь, забегаете за спину, все как обычно.
Как только блевота идет. Ну, танк, который танчит босса, будет массейв давать. Ну и на хп, на первый взрыв будет давать. Пускай этот. Пускай геншин. Вот, а дальше уже по ситуации по ССС нулю подключится на второй взрыв, если будет. Че, давайте. Основная хуйня — это выжить на РНЖ, кто стоит. Холидринка. А, Седжис говорил АФК нахуй. Блять, замена есть? Да, Герспу, вообще, погоди. Сразу шкаф ставьте, освободим. Блять, он в инсте, наверное, еще. Вот, подскажи, пожалуйста, вот Фредди две шеи падало. Они где? У кого? Че за шеи? Какие-то две вот падало, что-то, блядь. Ну, одна по 5 ушла в Геншину, а вторая в полу. С кораблей? Ну-ка это, ну там вторая, ну с кораблей там что-то, блядь. Так, а с кораблей... Нет, как... С кораблей я не помню. С кораблей мне ушла, да. А у тебя две шеи, что ли? Кому-то надо ее сильно. Но он мейн, но он свет... Не, корабли не. Же и ДДшная была. Да, да, кому, если сильно надо, я отдам. Подожди, ну давайте тогда мне вторую шею на ДЦ. Так она с меткой, зачем тебе на ДЦ? Ну, я и говорю, я ее беру на шею. П5. Да, П5 он на мейн забрал спек. Да, а да. Там все на офф спек просили с кораблей. Да. Они там решили там три, по роллу. Там, да, там три человека по 10% нажимали. Ностальгия и кто-то еще двое. Вот и мы решили по роллу. Я кому-то за 40 гп ее закинул. А, да, Геншину. Ну, хочешь, отдай кому-то, да, я перекину 40 гп, блядь. Ну, я не знаю, кому-то надо сильно на мейн, типа, забирайте. И за 50% кто-то берите, кому надо носить. Так он на офф только. Там за 10%, ну, типа, за 40 гп. Еще раз стыкайте. Наверное, вылетел уже ровно. Да смотрите, сразу говорите, какой надо шмот. Потому что табличку, кто что нажимает, только я вижу. Мастер пришел, Суман? Все, пришел. Это. Да не, просто подумал, Горыныч, что ли, блядь. Три шеи, блядь, надо. Три головы. Так, что там? Кто-то не готов, блядь. Или подожди, все готовы. А рарник нет. В ранге одна сова стоит. Я надеюсь, вы знаете, кто там стоит. Кто в рамбе стоит? Песа, что ли, да? Ты, по-моему, Песа, да? Где? Ты помнишь, где ты стоишь? Блять, вот честно, нет. Вот встал. А, ну, в рамбе, вот, блядь. Ромб, иди там. Ромб. В кружке кто стоит? Я стою. Эльнури и Вадикон, да? В рамбе Песа и Равист. В треугольнике два лока. В звезде я с Давакином. Все готовы были, даю отчет. Давайте. Долго что-то проебываемся. На блевоте. Самое главное — это наше выживание, не забывайте. Ах, сука. Сбивай это, зараза. Давай, двигаемся, давай. Давакин блюет. А, ну, не обчиститься, в принципе, нормально.
Большой слизень на войде. Так, ой-ой, блевота, блядь, убегаем. Дубовую прожал. Захилюем. Большой подпос. Так, маневр повторяем, давай кинем. Тут уже исчезло, мы уже... Лёха, забери. Большой. Кто там прыгает? Дайте ему фридм. Кто это, блядь? Песа? Гравист умер. Бен Стиллер на рейндж. От жереса и рависта. Большой подбросок. От жереса. Взрыв, взрыв. Бегите. Бегите. Так, перебежали с мест, где стояли. Сейвы, сейвы. Геншин на хп читай. Упала слизь, возвращаемся. Рвис на рейндж. Сейчас. Рвис на рейндж, косплапус. Блять, войда захильте. Шектор, я тебя резну. Готовься вставать. Тут лужа. Быстрее вставай, бабл прожимай. Вот тебе иннер, выбегай туда. Возвращайся в центр. Идем дальше. Тут большой стоит. Заберут сейчас. А, не, малый. Не, давай ложную информацию. Так, переходим опять. Большой под боссом. Губительный газ дал дубовую. Захильте войду дубовую, дал губительный и блюю. Блять, опять ревист. Забери босса. Подикон ресы ревиста. Добеги до него и ресы. Тут лужа сейчас будет, если встанешь. Смотри, Равис попозже встань. Был стиллер, блин, конись на рейндж пока. Когда встанет Равист, частицу Вивс на Рависта перевешай. Локи живут получше, чем Равист. Убительный газ на войде захилим. Войда, войда подхильте, блять, в луже стою. Серьезно, Калёк? По Рависту, значит. Нет. Да, 4. Провистую этот самый. Мастиль, возвращайся. Все на ренже. Провист на ренжу. У него частицу. Мистер, не сдохни. Большой в кружке. Бегу. Ой, дубовый отдал. Сейчас, наверное, будет взрыв. Скажу. Готовимся. Да, готовимся, сейчас будет взрыв. Разбежались. Все сейвы и оставшиеся на хп Эльнурию шипы читаем. Эльнурию ПС читаем быстрее. Войду убивает. А, сука, ебаный в рот. На рейндж, значит, Бен Стиллер быстрее Геншин на рейндж. Бетон ставь тотем сразу. Геншин на ману сразу. Два тела лежит, значит. Ностальгия, ресай Девакина. Выбеги на рейндж, ресни Девакина. Да я выбежал на рейндж. Ага, все остальные бьем тогда пока что. Маленьких не сводить. Просто бьем. 4 ляма, хуярим. Большим под боссом, Лё. Уже добили. О, травма. О, нихуя. На войда забираю, да? Где синтек? Во втором. Где синтек? Синтек, нахуй. Какой синтек? Сейчас я буду с травмой, блядь. Хилить, да. А Оджи с травмой или нет? Наверное, нет. Сейчас узнаем. А чё сейчас это нету кнопочки распылить? Не знаю, должна быть. Грит она должна быть, но. Не, просто раньше была распылить. Но то на английском, то на русском, да. А, понял.
Так вот эти плечи надо кому-то? Спыл. За 400, блядь! Ну, как тупо, как бы она нормальная. Я мискликнул, если что. Я мискликнул. Ну, 400, мне кажется, много. Он типа за 10? Какое так, много? Вы мне скажите, знаете, их обычно такую, не берет. Такую вещь, значит. Вот бидон, травма ему нужна. Она ему что-то апнет. Он что, в 10? Это профессора, блядь? Обсервировал или что? Кто-то на профессора пошел? Да. Это больно бьет. Уже пуляем, ну. Слышь, ну, говорят, для друли зашибись, типа, что на шамане почему-то, типа, она друида, слабо работает. Ну, у друида, видишь, он хотами, там, видел, синтек по 700, по 800 тысяч нахиливает. Слышишь, что бидон, почилишь, да? Шаман, пока? Как бы, тоже не это, не одну цель хилит. Ну, просто, ну, друид больше, видишь, что он весь... У друида больше подхода на цели висит. Ну, у шамана, я не знаю, сколько хосты должно быть, чтобы у него... Нет, просто на каждом дике любые ходки может пропустить. Давай я отже отдам. У него столбняк обоссы, но его сейчас апнет ХПС. У шамана еще омоложение на оружие цепляется. Нет, когда он хилит, когда он хилит, оно типа навешивается. Я, короче, решил друиду отдать. Но друиде больше профита будет. А шаман уже по остаточному принципу. Ну, Эльдурио, ты мейн ШП у меня, так что, ну... После хила уже тогда. Ты и так, блядь, перехиливаешь без травмы всех. Так, ну я думаю, здесь смысла нету, да, кого сделать? Ну да. Нет, нету. Ну, типа, блядь, у вас один шанс есть? Можете привести мобов так для прикола, блядь. Если с первого трайла. Давай, делаем. Давай пробуем, делаем. Ну это типа прям, хотите поприкалывать, здесь можно. Миссия impossible. Да-да. 10? Давай. Чё ты говоришь, призен? Топорик через очко хилит. То 200к, то 20. Ты имеешь в виду абсорб этой хуйни? Ага. Там чё-то одна курица стала, не идёт. Да не, бидон, ты ходишь в рейды, блядь, тебе... Ну как тебе на замену сидеть? Шаман всё, свечем бидон на ВНХ. Я себе хочу, блядь, все на всех персов, на все спеки, сука. Синдром друида. Да, нельзя друидов создавать. Да вообще друид топ-класс, блядь. Ты смотри, хил есть, танк есть, РДД есть, блядь. Кота остается только сделать. У меня на кота две чарки есть топовые, если что. С ТТГ, блядь, выбил. Какие? Ну там, которые, ну, две чарки на кота, блядь. Я ебу, что ли, не знаю, как они называются. Да, не говно. Не, на кота там обе чарки говнище. Ну похуй, ну зато они есть у меня. Да. На кота там, знаешь, да, какая чарка очень крутая? Это руговская, которую я Эргиль натенерил. Вот она хороша. Да. Даже после нерфа. Кстати, у кого-нибудь еще КД на ТТГ-10 нету? Или все уже получили? У меня нету, да. На Роге нету. Надо, ну, сходить. Блять, я не знаю, что вы там в чате разводите вот эту хуйню там. Я бы в Кару сходил. Нурик, ты что там пытаешься бидона, ну, на какую-то хуйню? Давайте Вальку убьем. Тварь, куда улетела? Вот смотри, летит Валька. Пока там бидон. Это чтоб на лича было, короче, да, проще. Двери. Давай в звезду играем, в нее кастуй шалфир. А какой шалфир? Вот смотри, уже первый раз призвал. А в принципе она не успеет призвать, похуй. Звезду все свечаемся, а потом уже вторую будем бить. Диспальти с нее вот эту руку. Тебе вторую ставлю. Да, там сзади трэш идет. А нам похуй на трэш. Мы в танке. За сотку забрал. Она никому не нужна. Ну, Валь, куда играть? Давай 200 снимем тогда. Там, по-моему, 10% нажимали. Ну, давай 200 снимем.
Вон тактик, давай тактика. Там советник, если он советником. Так, а кого мы брали? Мастера. Ну смотрите по ИП теперь. Смотрите по луту с боссов. Свичить там каждые 5 секунд вас. Ну, хукмастера ИП мало. Че, кто вы... там следующий? Стоп, стоп, история. У него меньше всего ИП. А вы серьезно хотите делать здесь квест? Да, делаю. А почему нет? Я сейчас найти парочку боссов быстренько. Так-то его нехуй делать квест этот, блядь. Хукмастер нормально дает. Бить. Хукмастер 19-ку дает, блядь. Так-то ДПС. Там боешка где-то вроде. Да? Боешка в трэше. Винтовка. Вот здесь, где квадрат прыгает. Я ее найду. Сука, за синяя это хуйня какая-то. Наебали опять. Я же линканул. Нет, не могу нащупать. Не могу нащупать, сука. Вы снимите Геншина, пожалуйста. Ну тут бой. Прошу, прошу. Ну, как может. Короче, все сейчас весь трэш. О, нащупал. Хороший бы. Сейчас смотри, меня откинет нахуй. Блядь, успею, нет? Не откинуло, повезло. Бля. Что не нюхает? Рарник опять. Сука, ебаная, блядь. Рарник отдыхает, да? А что это такое, блядь? Откуда трэш столько? Трэшка придет. Отбегайте, отбегайте. Отбегайте, я контрольнул тактика. Катите, катите, катите. Катите, ну не сдохни, Равис, ну прожмись ты, коготь этот самый. Ну, ферять им мобов, паладины, пока вы живы, Шектор, блядь, холидринг, работаем. Пытался. Массейв давайте, хурюк войско, ну где все это? Жим, сейчас, жим, я встану нахуй. К входу портал ведите. Вот лейтенанту даю корни. Сейчас квадрат поставлю, вот на нем корни, не трогайте его. Отбегай, отбегайте куда-то дальше. Командиру вихрь даю. Так, лейтенанту другому дал корни. Квадрат корни, не трогать. Тактику даю. Ревностный. Убегай, убегай. Кайте, кайте. Танка сложил. Сюда видели? А, Лингрен тоже убил. А, я ебал эти квесты, нахуй, вы ведете как бы мужи какие-то. Ну, нахуй это надо. Пиздец. Вот кто это вел, блять? Вы мне скажите, а? Вы что, сука? Из нормального рейда. Много. Из нормального рейда делаете говно, сука. Вот кто вас просил, блять? Блять, вот как вам в кайф, наверное, да? Вот. Что, сдыхаете нахуй? Сейчас пока последнее бича не убьет, блять, вот хукмастер красный нахуй. Сейчас он будет стоять этот моб здесь и ждать хукмастера нахуй. Все, сэвейдился. Бежим. Никаких квестов нахуй. Я ебал эти квесты ваши нахуй. Идем просто бить мобов. Кто ведет ГЦ нахуй? Поздравляю тебя нахуй. Всегда так вводи мобов, блять, по 100 штук сразу нахуй. Штаны. Красный не про это, я про то, что... Про то, что моб на тебя смотрит. Я не добежал, сейчас добегу. Про то, что мобы на тебя смотрели. Там рамочка в красный выделяется цвет. Типа на тебе огромный. Даже Габеном помогает на самом деле. Вот начинает глаголить ему бах, боешечка. Хм. Типа успокоительная, да, такая хуйня? Да. Чисто от Габена. Остынь, да? Мне сейчас успокоительное самое главное будет, если мы Лану ебанем. Но на совет сначала сходим. А где вы говорите там штаны? Блядь? Вот прыгаю. Что, Бакс усилился на штанах? А где, 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 где? Забей. Пошли туда нахуй, я не буду ждать трэш. Вы придете опять 100 штук. Пошли, блядь, я ебал. Это все, это последний шанс сделать квест. Ну а хули, совет убиваем? Совет хуйня, вы знаете. Я даже знаю, кто будет бить эти сферы, блядь. Войт, да?
знают этого лейтенанта Гриппа. Хотя уже не а Гриппа. А он с тактика забыл. Я его уже хуярю, вот видишь. А есть танки? А вот есть. Так, значит, кинетику побью я, некромантика, ну и это, ну и давай ровист. Глупые смертные, думали, что одолели нас. Тактика, дернуть. Так, я буду звезде, некромантика, кружке, ровист в ромбике. Можно за самого генши? Да, тут, блядь, сагрили мобов. А еще раз. Там последние три моба. Лейтенант там Войда хочет отпиздить. У Соф агро, да, повышенная? Не, просто я звездопад с пула ебал. Так, ставлю рыбу. Не спульте босса. Кто на Кейлисе? Ну чё, Костя, выбирай. Хулидинки, выбирай, говорю. Давай на двоих. Хорошо. Нам шкаф нужен. Не забывайте там на вихре массакр отдавать. Да, кстати, банки кончились. Можно саппорт взять. Да, давай саппорт. Раздачу, пожалуйста. Так, у Хистории вот поставил. Да. Сам. Ну сейчас на этом можете так почилить на совете. На лане уже пораздаешь. Сейчас давайте проверкой начнем. Войд звезде. В кружке забыл кто... Некромантика, а в ромбике ровист. Кинетики играем втроем с вами. На полу в холле дринка. Так. Если что, готов. Готов, да? Даю отчет тогда. 5, 4, 3, 2, 1. Так. Ты ебаный в рот. Этот Бодикон рейс не ровист, а ровист Геншин. Кинетику. Арвис поддерживаю. Блин! Не, ребят, лучше не бить. Не трогайте сферы, сука. Прям масса убивает. Там агро еще не набрано у него. Кинетика еще в ромбике помогает. Я подбежал. Мистер, вообще не бей. Сейчас умрешь.
Давай, некромантик, ты один там держи, там у нас тут вдвоем две. Он без сфер. Затарься за этот, за комнату. Давайте Геру. Полдарал. Ну не проебите. Все. Это звезда по одному. Все будут подниматься. А нет, не дал. А вот обновился. Новая появилась на пьедестале. Скоро следующая появится, смотрим где. А вот она, луна появилась, да? Нет. Вот она. Луна новая. Все, все три тут рядом хуярим. Валанар. Сейчас новая появится скоро. Смотрим где. Вот она сзади. Могучий вихрь. Сейвы нажимаем. Я сзади вот эту подобью, там на пьедестале бить. Он луна. А луна я подобью. У меня стаков много. Кинула хорошо. Нормально. Сейчас скоро новая появится. Новая кинетика, я подобью. Квадрат. Луну, 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 луну. Падает луна. Телесет. А хули вы разлеглись? Можно шаманов эпов? А где новая кинетика? Не вижу. На пьедестале вроде. А, крестик, да? Так, призван тебя ресую. Будешь хуярить. Вставай. Скоро, скоро смена цели, будешь хуярить. Поваром. Оджи. Оджи ресы этого. Угу. Все. Лапку дал. Убаф обновляем. Бидон ТТ ПСа гимноману. Новая кинетика. Ага, вот возле боссов. Вихрь, осторожно. Сзади там не падает ничего, то это на пьедестале стоит. Мне на целю 7 секунд. Вихрь дубовый прожимаю. Ланар. Где кинетика новая, не вижу. Тоже не будет сейф, сзади. Вихрь. Могущий вихрь. Ренч. Так, сзади. Квадратик. Дал звездопад, короче. Так. До берсы чего? 4.40 процентов сколько? Притык идем. 41. Бежали на келе. На келе агро набрано, надеюсь, нормально сейчас. Смотрите, там побейте. Срыв агро сейчас будет. Не сорвите агро, стопайте. Кто по уману там? Нурио. Нурио, стопай. Дайте ему сальву. Кинетика справа падает. Мы подбиваем. Ударом. Чуть раньше.
Так, ты подбивай, пока здесь в центре просто. Ну, вот и нас сюда. Смотрите, справа воронка аккуратно. Да побольше по боссу Берсу упираемся. 23%. И на цели 3 секунды. Ёбаный, я улетел. А, зато звездопад откатился. Вихрь. Блять, ебаные лаги, нахуй, я ебал эту хуйню. Сука, это пиздец. Побежали, побежали. Генетика на пьедестале. Милики, бежим, милики, бежим. Куда ты принца увидел? В принципе, успеваем, 2 минуты до берса. Подведи ближе двоих. 8%. Ё-моё. Чё там? Рарни, когда ты так говоришь, мне кажется, вайб, блядь, происходит. Ё-моё, это какой-то пиздец вообще. Талдорама бьём. 600 тысяч добиваем, ну мужика. 12 стаков, похуй, бегаем ещё. 13, 14. Что за флаг, блядь? Ну, что? Я тебе упадет. Что? Что такое, блядь? Че, идем сразу Лану? Или Вальку? Вальку, пошли Вальку, шмот лутанем. А, все, там, там плащи могут выпустить, РДДшные хорошие. Шея надо танковская. Шея тем более, да. Кольцо танковское. И все на шее, вообще ничего. Так, все за дичь, Леха танкует. Танковый весь инс, блядь, и ни одной танковской шмотки. Почему так. Штаны упали, все? Ну штаны, которые надо. Нахер не надо. Ага. Ты че не появляется эта хуйня? А, тебе, я тебе когда даю, у тебя нихуя. А как так вообще? Это баг какой-то или что нахуй? Что там? Да ничего, блядь, почему нету в рейде твоего вара? Ну, потому что в рейде мой приз. И там ник моего приста. Нету там ника твоего приста, блядь. У меня нет. У меня есть, я могу скрин скинуть. Не знаю. Ладно, бывает. Ну, может, что-то баг какой-то, блядь, хуй знает. Вы там бейте, не стесняйтесь, блядь. Я тут со шмотом разберусь и подбегу. Сатурмилия это баг какой-то или что? Сатурналия, ну этот вар егошний. Он им не играет. И, блядь, минус 200 гп лутает? Плюс 200. Почему? 6.20, вон минус 200. Степные какие-то наколенники, то ли что там, блядь, хуй разберешь. Так, сейчас посмотрю. За что я тебя отнимал? Блять. Точно тебе это надо, ностальгия? Oh.
Так, что ты говоришь, минус 200? Это ностальгия, а не Сатурналия. Сатурналия плюс 200. Да не, ну там же напи... Блядь, я просто не так давно начал этим журналом. А, ну, еще ниже, да? Ну, там что-то, блядь. Так, должно быть плюс 200. А за что я тебя отнимал? Не помнишь, Геншин? Я не знаю, я не смотрел. Там в чате вообще. Ты ему даешь за перчатки 400, отнимаешь 200, тоже за них же. А, этот, блядь, шею нахуй я тебе давал. Точно. Получается, что? Должно быть плюс 200. Получается плюс 400. Я ее за 50 брал. И 400. Да. То есть это получается, ну, я могу создать клина. Ты снял, да, точно. А вот этот Сатумири, он как бы, ну, вообще вхож в эту CLK 25? Это... Короче, вот я сейчас релогнусь. Не знаю, у меня показывает он, короче, типа не в рейде. Но у него прописан. А когда ты вообще кто? Это у Геншина вар был. Он сначала им играл, потом он что-то перестал им играть и стал престом играть. ДЦшника не было. Так, короче, я могу сейчас создать твина и говорить, типа, лутаю шмотки и кидайте мне туда ГП или как это работает? Нет, они связаны просто. Они связаны, они связаны. Не, сейчас не ссыте нахуй, нахуй. Сейчас я, блядь, все устрою. Не, я просто хочу понять систему, думаю, блядь, сейчас твина создам. Не, они связаны, то есть у них общее. Но он тем не ходит у рейда. Сейчас я просто его развяжу, блядь, вот и все. Сейчас я запишу, какой там цифр. Развяжи, можешь его даже кипнуть, скидывай, похуй. У меня все равно не играет. 25-922, так, 25-922, ИП и... 1155 ИП. Так, минус 250. Девятьсот пять ГП. Так. Ой, ёбана, чей? Теперь бегите. Я масса кросс дал. Так, теперь тебе должно отображать в рейде по-хорошему. Да, вот он ты. Так, теперь кикнуть вара, да, говоришь? Ну да, можешь его кикать. Так, сейчас найдем его. Да, справа то слева. Ебать, почистил гильдию. Ну. Хорошо. Так, получается, что? Бля, горизонтальку слышал? Нет, что за неё слышал? Справа ты, слева. А, это да. Так, 905 НП. Ходи под вальку. Так, все, дело сделано. Ну то у меня не отображался он реально. Если у тебя отображался, у меня вообще не отображался в рейде. Я поэтому... Хочу узнать, вот, а ты будешь доспех ставить или мне доспех ставить? Мне без разницы, помню. На ступеньки никто не идите, там запустится босс, будет вайп. Сначала два моба добить. Ну так, это ты. Бля, у нас часик.